Всем привет, дорогие подписчики, с вами Рязан, и я продолжаю наконец-таки играть в GTA 5. Я уже выздоровел, ну, почти выздоровел, вот, и у меня был сломан монитор, в течение этих двух дней его делали. Спасибо тем, собственно, мастерам, которые мне его сделали, вот. Ну и что, наконец-то играю на своем любимом мониторе. Как же тухо, зануда. Ну тут типа автосейв, да. Это мы все читали. Что такое? Фига себе на качок. Или это жир? Так, надо пистолет убрать. Ну-ка, что там у нее? Ой, ой, ой. А, нет. Реально присуха видна. А вот качки, смотрите. Здорово, качки. Это не недокачки. Ну, вот этот качок, да. А этот какой-то хипстер-задер. Чё он там в телефоне втыкает? Ни черта не видно. Так, ну что ж, одиночная компания. Я отправлюсь в дом Франклина. Ух ты. Чё такое, бонги, типа, курить. Жалко, что нельзя вот в таких магазинах покупать. Мне кажется, что вот прям совершенный Next Gen будет к концу вот этого поколения. Либо же вообще в следующем уже поколении игр, когда вот даже даже вот этом ларьке можно будет что-то купить. И вот в этом, и вон в том, и в том, и в том. Вот, то есть вообще везде, вы поняли. Абсолютная погружаемость в игру. Ну, это еще если на каким-нибудь Окулюсе или типа того. Вот. Ну, даже просто игры бы делали... Не, нафиг эти очки не нужны. Вот просто вот здесь, допустим, зашел такой, что-нибудь стырил. А не вот такая вот картинка. Но это надо, чтобы компы были мощнее еще, наверное, раза в два, я думаю. Вот, чем сейчас. И тогда будет вообще найс. А можно пожрать купить? Ну, дай это... Хот-дог 5 баксов. А чё еще есть? Три мини претзелс. Нац. Содовая. Просто вода. Дай мне водички, короче. Полторашечка он такой дает, я так. О, хорошо. Пить захотелось. Так. Велики. Тут где-то должна быть... Парикмахерская. А, ну она далеко очень. Она очень далеко. Ой, что? Бомжара. Прикольные бомжи. Ладно, нищих бить это самый большой зашквар. Так, извини, чувак, я тебя случайно задел. Типа уронил табличку и пошел дальше, ничего страшного. О, опять тоже, смотрите, присуха. Что-то все к лету подкачались, один я с пузом аж стыдно будет выйти, надо тоже будет качалку сходить. Может пешком пройтись, как раз ночь наступит. Посмотрим, что ночью. Вот. О, смотри, какая тачка. Как в фильме Фантомас. Помните, они на таких ездили. Только там зеленая была и с крышей. Ну и машина. Че, нравится, да, тачка? Крутая. Здесь, конечно, ездить нельзя. Да, это типа русские в Лос-Сантосе. Так, давайте-ка мы пострижемся.
Все нормально? Это все хипстеры. Висшие сиськи. Блин, мне нравится, как здесь люди, они вот реально как будто живые. Так. А где мужик Сан-Андреаса, который мог просто любую прическу забахать? Выберите себе прическу в соответствии со своим стилем и бюджетом. Прикольненько здесь, прикольненько. Интересно, в реальном времени? Да, в реальном времени даже то, что на улице. Такс. Причесон. Тройные рельсы. Зебра. Так, извините. Звезды, жалюзи. Господи, жалюзи. Вы хотите себе жалюзи? Фиот. Ну, это чисто нигерские прически. И косички мне нравятся. А чё, и все? Давай косички, что ли? Это не слишком по-гейски? Да не, нормально же. Фига себе ты быстрая. Меня бы так стригли. Так. Усы, испаньолка. Спартанец. Щетина. А давайте. Это Спарта. Леонид одобряет. 65. Ну, выбор бороды маленький. Да, маленький выбор бороды. Ну, так, в ячейке уже находится файл. Да, давайте сохранимся. Наступает ночь. Такая вот у меня бородища, ребята. Ну, давайте на моей красотке покатаемся. Это машина, вот это я понимаю. Что там сейчас ночью на пляже творится? Давайте посмотрим. И шла-шла и развернулась. А это что? Все-таки реагирует странно. Все матюкаются. Ну да, это, конечно, не лучшее место, чтобы покататься. Всегда мечтал пройтись по такому месту ночью. Я бывал на море, да. Но не где-то там, типа, на Черном. Не, на Черном море был, да. На Средиземном, типа, не был. Или вообще, типа, там возле океана. Там, Майами каком-нибудь. Это вообще, конечно, мечта. Обалденно. Только... Чувак! Ты сам это захотел, придурок. Ладно, пора домой, пора домой, пора домой. Чтоб пастая шлюха бежит. Чё, жопу нарастила и бежать не можешь, да? Ай, достать не могу. Ой, как я вынес. А ты чё снимаешь, сука? Так, менты, менты, менты. Все, пора домой. Может, эту машину сохранить? Она классная.
Минты, минты, минты. Сейчас мы быстренько так. Опа! Воу-воу-воу-воу-воу! А! Черт, чуть-чуть. Да. Немножко я это... до дома не доехал. Блин, такая классная тачка была. Не, мне такие не нравятся. Надо другую найти. О! Лето. Только чувак приехал. А, ты вроде нормальный чувак. Не буду я твою тачку грабить. Смотрите, это вот этот... Вот этот вот урод, это он мне так врезал. Хераси. Или это то, что я в машине перевернулся. Скорее всего, то, что из-за машины. Такая тачка без сигналки. Не-не-не, не снимай меня, мужик. Ладно, возвращаемся домой. Ой! Ой, 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 ой! Что-то здесь, блин, припарковался. Зато никто не угонит, типа, знаете, у себя на балкончике так. А, давай! Что-то какой-то гейм... Хостел-постел, что-то типа того отправил вам сообщение, кто-то такой вообще не знаю. М-да. Припарковался как боженька просто. О, кошак! Я тебе поесть дам. Не, не убегай! Да стой ты! Можно было бы гладить, было бы классно. Да стой! Я тебя погладить хочу. Че ты боишься? Бегай тут, конечно, вообще. Интересно, он вообще... Ну, убить его с оружия, наверное, могу, а с руки получится? Если его еще догонят, он так побежал. Прикиньте, идет вот там чел, ну, это вы, типа. Бежит кошак, и за ним вот такой бородатый мужик. Ой, извиняюсь. И за ним бородатый мужик. А! Черт, я убил котика! Бля. Котик. Так. О. Еще один. Черт, я такой же водер. Боже, я сейчас заплачу. Не, вот не подумайте, в реальности вообще никогда ничего такого не делал. А наоборот. Ну почему нет реалистичной игры? Я хотел его за ручки взять, а не убивать. Черт. Насосала тут шлюха. О, это... А, блин, я думал, вот приехали кошака расследовать дело. Я уже обрадовался, типа. Заботятся люди о животных. Ага, сейчас. Нет, не бей тачку. А-а-а. Царапал. Ну ладно, она в гараже восстановится. Это был не я.
О, подождите, что это такое? Если выбить у бронированного фургона дверь и уничтожить его, вы сможете добраться до перевозимых денег. Серьезно? Подождите-ка. Ух ты. Вау. Так, стреляйте по центру между ними. Так, ограбление. Мне кажется, пистолета не пробью, да? Ну-ка, сейчас попробую его, сука. Сейчас попробую убить водилу. Прицелиться. Твою мать. Блин, мне 3 звезды дадут, будет хреново. А ну, стой, сука. Ах, не успею достать. Вау. Вообще, если такое, даже давать сразу 5 звезд. Типа ограбление же, бабла. Так. Наверное, не лучшая тачка. На котором можно уйти от копов, да? Или лучше? Ладно, сейчас узнаем. Типа без дверей. Fuck you! Сука. Так. Где бы нам уйти так? Давайте день здесь. Так. Ограбление по-американски, ребят. Так, мне кажется, лучше еще повыше подняться. По-моему, они вышли из машины. Поднимаются сюда, сука. Хреново дело. А, все, я ушел. Нормально. Сейчас посмотрим, сколько я бабла подниму. Так, как нам взломать дверь? Сюда кто-то едет. Слышите, да? Ну-ка. А кто там? Там менты эти тупые. Ладно, надо как-то пробить. Ну-ка, сейчас мы попробуем. Во! Фига себе, 3500! Ну, в принципе, нормально. Так, теперь я могу еще отсюда тачку угнать.
Я видел, тут хорошая машина была. И наконец-таки отправиться домой к Франклину. Ну, боже, куда меня занесло? Так. Это у меня задание будет, да. Вот это давайте. Вот это машина. С платной парковки угнал тачку. Убил инкассаторов. Стыбзил бабки. Ну, еще котика убил, да. Хорошее начало выпуска. Ой, ёб твою мать! Первый раз так вылетаю из машины. Охереть. Охренеть. А что будет, если я умру? В одиночке. Сейчас узнаем. Где я появлюсь? А, ну, понятно. Как обычно, в принципе. 5000! 5000? Да пошли вы нахрен. Невыгодно в этой игре умирать. Жесть, 5 косарей. Просто 5 косарей. Ну охерительно. Вот эта тачка мне нравится. Дай погонять, чувак. Пока, придурок. Вау. Значит, что я в этом выпуске уж больно много фигней начал страдать. Ну да, GTA-шку 2 дня не играл. Прям так захотелось. Давайте, короче. Почти приехал. Мне эта тачка понравилась. Пожалуйста, сохраним. О, кстати, мотоцикл этот. Ладно, давайте возвращаемся домой наконец-то. 15 минут, наверное, уже прошло, даже может больше. I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. And stay out of trouble. Yeah, yeah. Bitch, you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga. Look who's been zapped. What's up, fool? With it, man? Oh, no, no, show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, you missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good.
So I fucked your girl, mugged your mom's, and better yet, I ain't thought about your ass in years. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Strizzettes, come on, man. Cool out. Fuck, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. But part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, bro. Y'all niggas act like girls. Как мне нравится, когда они так... I'm business, nigga. Nigga. Так, я за руль, да? Я надеюсь, мы не будем грабить амунацию. Или мы будем грабить амунацию. Типа, плохая идея грабить магазин оружия, как по мне. Stretch, you got your fucking nerve giving your history. You the creepiest motherfucker around here, nigga. You know, when I went away, you punks was little homies, and I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. Soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. Soon as we get incarcerated, more like. Duck. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back. And all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam-blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, all right? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. All right, homie, get your shotgun with the flashlight modifier. Так, ну, мы уже как бы скупались. Why the fuck am I the only one buying this? Because we got sheets, homie. Now shut the fuck up and come on. Ну, типа... You gonna buy that shit I don't know nothing about? А, все это и так есть. Hey, listen up. I wanna be crystal fucking clear. Давайте купим патроны хотя бы. We got felonies and we ain't touching shit. I ain't even looking. Так, ну закупились мы, и чё? Это типа мое задание все. It's hot as hell up in here, homie. Yeah, real shit, my nigga. We could buy this shit, go to Mexico, take that shit to the bank. То можно пострелять. We got felonies, nigga. Ain't nobody doing that shit. We legit as a motherfucker on this right now, man. Just chill. Кстати, тут можно закупиться. Немножко шмотками. Хотя нет, здесь такие себе шмотки. How the hell you work in a shop like this all day long without feeling the need to grab a gun, just walk out the door and shoot somebody? I think they do a psych test to make sure people working here don't do shit like that. A psych test? Man, you see this nigga right here? He look every bit of 5150. Man, shut up. Man, let's do this shit. Так. Окей, купить фонарик для помпового дробовика. Хорошо. Just let me reinstate, man, that the purchases made by this man ain't got nothing to do with the two gentlemen of fellow nature. That's right. Yeah. Now let's go bust on some niggas. Man, we got some recycling to do. Come on, man. Shady. Center our friends in La Puerta. Так, направляйтесь на встречу на заводе переработки. Вот сейчас действительно начнутся интересные дела. Да садись ты уже, Ламар. Got some cans or some shit I don't know about? Nah, homie.
We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling this gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my aunt, nigga. After his bid, it probably need tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get. Yeah, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some Mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of chain, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this crap. All right, homie, we meeting in here. Так, прибыли мы на место встречи. Ой, здесь тоже кошак. Думаю, вискоса дать. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga. Не, Франклин правильно говорит. What up, Wit? We got that shit, nigga, with a paper at. Nigga, I'm talking about Buku bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. Don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Yeah. Somebody creeping on us? They putting a nigga about some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers bullshit. Ballers. Или балассы, как там правильно. Ой, блядь, ну, ёбаный в рот. Ладно. Балассы, ну давайте, балассы. Did you think to work out an exit while you set up this meet? There's always a way out, motherfucker, and we gon' find it. Так, а как включить фонарик? Ой! Твою ж мать! Тадя оттуда. Все. Подходи по одному, балас хренов. Lamar, what the fuck you get us into? You the fool wanted to make money. This shit intertwined. Fuck you! Blame this motherfucker! Чё с калаша пострелять? Так нахрена мне телефон, боже? Так, у них тоже Калашникова. Охренеть, там пожар начался. Надо быстрее отсюда выбираться, реально. Твою мать, все горит. Так, балласы хреновые. Никаких у них понятий нет о том, как вести дела. Отлично, выход. Твою мать, 3 звезды! Охренеть! Вертолет падает! Long climb to freedom. We've got a 415 at Rogers
Don't get tetanus or some shit, homie. Блин, кажись, мы попали нафиг. Так, а чё у меня не лезет вот все? Давай, садись быстрей! Ломар ранен! Твою мать! Что за хрень? Ломар погиб. Я думал, я погиб. Он не погиб! Он просто ударился об дверь, как дебил. Сука. Люблю GTA-шку. Еще главное, я бежал сам, чтобы он зашел правильно, ну, в правильную дверь. В машине. Нет, он решил такой, типа, надо оббежать. Ну, я про Франклина. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Полегче, мусора. Нахрена вы стреляете, идиоты? Я же заныкался, они бы не нас не нашли. Ай, ладно. Так, 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 мент, мент. Спокойно, спокойно, ребята. Проскочим. Машинка у меня такая. Ой! Да! Скаркал! Да ну нахрен, менты! Так, 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 там у нас пойдут всякие заводы. Да. Там мы уйдем. Так что это за газ компании, походу? Ну да, это заводы, пошли здесь. Здесь нормально, мы уйдем сейчас. Откуда здесь, сука, коп взялся? Ладно, нормально, все нормально. Я думаю, здесь мы переждем, хотя они повернули сюда, некоторые из них. Да, здесь подождем. Вертолет летит. Твою мать. Твою мать. Ай, не повезло. Черт возьми. Еще бы чуть-чуть. Ладно, сейчас уйдем. Nothing righteous about this shit, acting like big dog. Oops. And watch that shit, homie. I wasn't here. I wasn't even in this state. Давайте здесь скроемся. Ну все, думаю, здесь мы... Да, здесь мы спокойно сейчас спрячемся. Даже специально вот так заеду. Отлично. Так, возвращаемся в дом Франклина. Hey, what the hell you walked me into back there? Shit, man, you the one popped his ass. I did the necessary. Yeah, thank you for that, dog. This all on you, LD. Blank, you dumbass. Me?
Hey, I ain't know the fools is gonna roll on us. If you started something with the ballers, shit, I don't care if you Откликают субтитры, я тоже читаю их. Done, you dig? Actually, we ain't CGL for life, cause all that means we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie, foreign gangsters. Oh, no, no, he don't mean that, Loke. F just talking outside his neck. I'ma reach cross lines, alright? Conversate with the purple homies. Here we are, man. You gon' hang with your auntie while the men break it off. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told nigga, you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking buster. Да, вышел из тюрячки и тут же опять наворотил делов. Задание выполнено. Ну так вот, я прошел, да. В общем, подстава от баласов, но если бы не Франклин, думаю, эти придурки там бы полегли. Вот. Ладно, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь снизу, пишите комментарии. Ну а самое главное, это любите, играйте в игры. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.